Да. Всем привет, да почему не без записи? Давай с записью! Зачем? Зачем? Ну просто так. Кому интересно, смотрите, это уже в четвертый раз. А почему в четвертый? Это уже в 24-й. Всем же нравится, как мы страдаем фигней, да? Ради вот этого это стоило запускать просто. Меня темпер подбил. Он, кстати, жирненький, я тебе скажу. Меня прицел сбивает. Урона. Вау, тут какая-то жесть творится. Так, не убивайте меня. Ага, я пошел в самоуничтожающих чуваков. Так, надо, кстати, маску сменить. Я сменил. Я нет. А, это оскверненный вождь, чувак. Это, походу, этот, слышь, который, ну... А, нет. Наверное. Единственное, что нужно теперь... Нет, смотри, тут сундучок появился. Сундучок. Прям такой неплохой сундучок. А, этот сундучок. Нам не лень за ним ходить, я хочу героик. Дай героик. Что ты делаешь? Героик, дай! Я не знаю, он должен... Я вот не понимаю, его нужно реально там, может, с тобой сверху появиться или нет? Он когда вот эту вот хрень запускает, на определенном уровне здоровья появляется сверху. I'm not sure. Сейчас просто чуваки завалят его. Что-то не шарит, как его убивать. Да он уже почти красный. Его продолжают уходить. Минус героев, не. Да на сердце никак не бежит. Ура, он безлимитный, говорю. Может надо убивать эти штуки? А, все, я понял. Да, типа, меня тихо паришь, там с них идти. Не-не-не-не-не. Или что? Все проще. Да стой! Да, я успею, я должен успеть, ну. Меня лоу хп. Не успел? Нет, меня эта хрень убила. Там, короче, с ТП, надо разрушать вот эти хрени. Сейчас, ну его убили, да? Сука, уроды. Да. Утырки. Там, короче, вот эти хрени надо убивать. Видел красные хрени? Ну как они называются-то, блин? А, кругленькие такие, типа, из которых пар идет. Ага. Вот в них стреляешь, из них там сверка выпадает. А-а-а. Все. Вот. И убиваешь потом. Так что вы два лоха, короче, чувачки. Ну, либо они просто по фасту решили, типа, о, смотрите, он мертвый, давайте его убьем. Типа, это их 300-тысячный, 500-890-й проход по этому квесту. Вот. Отомстить за смерть Керта, вычеркнув презренную броню с по прозвищу гонщица из списка целей. Этот гараж принадлежит одной из баронесс Ульдрана, гонщице Явикс. Призвать щуку. Если мы возьмем одну из щук покататься, искать не придется. Она сама нас найдет. Будем гонять прям как на фейс. Тут биометрическая настройка. Нужно провести диагностику. Я разберусь. А, типа ПКМ не работает. Не та, не та, ты можешь и на правую, и на левую, неважно. Щук необычные модификации. А, не, она просто работает сама. Да-да-да. Она просто срет. Осталось немного. Потерпи чуть-чуть. Что терпеть-то? Калибровка орудий. О, они очень. Видишь, большая. Они стреляют. Стреляют в жопу вообще, куда пойми. Да. Ну, калибруй. Надо убивать типа чуваков. Да-да-да, надо убивать кого-нибудь. Великий уравнитель выполнен. Хотя не, они просто самонаводятся, я понял. Все готово. Покатаемся? Да без проблем. Куда кататься-то? В архивах Петры говорится, что Кейт поймал Явикс, победив ее в гонке. В записи с камеры наблюдения тюрьмы старейшин слышно, как она клянется отомстить ему. Ну, остальное ты сама знаешь. А, ну, короче, все они Кейда убили за то, что он их посадил. Походу, вон в чем тема-то.
А Кейт-то не так плохо, я тебе скажу, походу. Ух! Красиво. Ты видишь? Ты вообще где? Да, у меня загрузка, куда я еду. Ух! Если что, он очень медленный. Где-то 140, может, хуже. У выхлопов этих щук очень необычная сигнатура. Мои датчики зашкаливают. Значит, банда гонщицы где-то рядом. Можно с ней слезть, интересно? Можно. Они говорят с гонщицей по защищенной частоте. Возможно, собрав больше данных, нам удастся вычислить ее с помощью триангуляции. Оу. Короче, нам надо этих чуваков уничтожать. Да-да-да. Почему здесь я потеряю свою машинку? А может быть чужую здесь? Мы уже рядом. Идем. Логично, да? Сейчас, вон того так, чувака надо убить еще. А, можно даже сесть. Мне говорят, иди сюда. Погоди меня! Я почти там! Воу-воу-воу-воу-воу, жопку поджег! Такой стоит, главное, типа, ну и долго тебя ждать. Мы близко. Специально это число что взял, а? Да ты охренел, слышь, девочка. Можно тебя ультануть? О, щука вон. Ты тоже второй нашел? Второй больше нет. Или ты нашел второй? Тоже нашел. Окей. Ну, я был прав, короче. Они сделали ровно такую миссию, предсказуемую, как я и думал. Ой, тут еще 200. Ну, так круто же. Да. Ну, просто сам факт того, что это предсказуемо, но прикольно. Ой, давай их убьем, нам нужен опыт. Ну, не из-за этого же, у него урона мало. В смысле, 600 крита. Ну, класс. Когда у меня 14 штук, да? Ну, не 14. 14 это из элитного. Ну, почему? У меня с моего лука 14к урона по некоторым бывает. Фух, она-то ранит. Вот на таран уж не попадает, так, между прочим. А, еще ограниченное возрождение, да. Не благодарю. Может просто взять атаку ответственности? Не, ну давай по-этому. Мы все-таки в игре, ну. В игре. Где она? Уехала. Ай! Ты прикалываешься, что ли? Я врезался в бочку. О, у меня сейчас тоже люлей насывают. Так, ладно, пойду тебя воскрешать. Ой. Так, можем еще куку догнать? Ну, он рядом с тобой стоит, вообще-то. Специально тебе оставил. Чтобы было на что сесть. Так, ладно, победить гонщицу. Не, мне нравится, на самом деле, прикольно, прикольно. У нее хпшечки-то там осталось-то. Да, не уезжает. Такой, ну, пожалуйста. Она врубает какую-то штуку, начинает тебя потаранить. Ну все, не потаранить-то она, знаешь. Блудная мантия. Гонщице пришел конец. Теперь никто не сможет побить рекорд Кейда. Ты в курсе, что ты в кислоте стоишь? Я стою? Да, ну у меня же в кислоте стоял. Я в инвентаре. Лол. Ну чё, осталось совсем чуть-чуть? Трое. Мы вообще где? Чё-то мы как-то быстро их, да, расшатали. Ну чё нет-то.
Я думаю, давай до плутовки пойдем. Весельника потом убьем, когда самому последнему. Он прям рядом с порталом, поэтому будет удобно. Такой просто повернул налево. Ну и тем более, знаешь, висельник — это как игра висельник, да? То есть ты неправильно угадал буквы и пошел на виселицу. И типа здесь то же самое, типа. Я не знаю, это тупая аналогия, но... Да-да-да. Ну это единственное, что я смог вспомнить, да? А, здесь ивент, через сколько он будет? Опять ивент, ты хочешь на ивент? Ну мне нужно еще одну выполнить. 2:30, ладно, поехали, поймите. Я включаю, да? Да-да. Блеск закодирован сигнатурой. Араскис, также известная как Плутовка. Она очень осторожна, прячется за ловушками и своими подручными. Уверен, о, там если сундук. Мы хорошенько поищем, мы найдем информатора. Нашел? Угу. Ваши спутанные паутины. О, у меня, кстати, почти сет собрал. Так, вот. Я сейчас такой кульбит просто сделал. Да. Лол. У меня осталось столько брони спутанной паутины, у меня будет целый сет. Не знаю зачем, но у меня будет. Короче, надо вот этих чуваков убивать. Это его друзья. А там есть еще он сам. И он нас швыряется какой-то фигней. Я ему башку снес. Ну, тогда его сносить. Это бомба. Это ловушка. Что где? Что будет, если партия таких энграмм попадет в последний город? Нельзя этого допустить. Обнаружена территория. Теперь... Смотри. А, о, прикольно. Смотри, у меня легендарный грамм. Экзотическая. А, смотри, она красненькая. Это бомба, чувак. Нет, это легендарка. Точно выпадет легендарка. Я ее донесу, да? Пошел в верс. Такой, не ври мне, да? Черт, она лопнула. Так черт, она лопнула, ой, она меня убила, да? Это очень вредная легендарка. Это редкая легендарка. Если ты сможешь пережить ее, взрыв, то ты получишь. Да, это, короче, эпично легендарная редкость, которой не было в этой игре никогда до твоего появления. Да. Нам, короче, опять наверх. Понимаешь, да? Классно. А потом можно будет не спуститься на этот, на ивент. Пум-пум. О, легендарчик. Смотри, сколько здесь легендарок. Где? Уф. Нет, оно нашло нашу фабрику наслаждений. Жаль, что мы на это не рассчитывали. Должно быть, это плутовка. Хорошая новость. Изготовители поддельных энграмм уничтожены, а я обнаружил источник радиопередачи плутовки. Плохая новость. Для того, кто зовет себя плутовкой, она слишком плохо скрыла свое местоположение. Это ловушка! Разыскать так. Плутовку. Там ивент, я пошел на ивент. Плутовку подождет. Слышите кого? У меня квест. Ничего не знаю. У нас минута на то, чтобы от них избавиться. Нормально. У нас меньше минуты на то, чтобы от них избавиться. Ну, изи. Бжух, бжух. Нормально, нормально. Так, теперь... Нам хватит, что там... да. Что там, говоришь, надо сделать? Что сломать? Короче, вот иди ко мне. Сюда. Вот эти вот штуки, видишь, круглые? Они ломаются только когда, типа, он запускает электричество. Ага. Поэтому я доведу его до предсмертного состояния. Ага, и вот он начинает дымиться, и можно ломать, да. Да-да-да-да-да. Все, понял, да? Да. Ага. А это, типа, это... Убили. Система охлаждения, типа, я иду.
наверное, иду. А, ты не пришел. Сверху подними, подними просто рядом со мной. Да, да. Не ваш маленький. Уф. Так. На него надо три сферки, как я понимаю. Да, не так. Надо еще чуть-чуть, чтобы он по системе охлаждения кончился. Давай. Вот, снова пошел. Ай-ай-ай, больно, больно, больно. Фуф. Да, все кинул. Лоу хп, но ладно. Псю. Можно захватывать и стоять на нем. Прям на нем? Да. Не стоит. Легендарная собака, сериусли. Легендарная? Ну, здесь желтая. Из нее даже что-то выпало. Псю, псю, псю. Ай-яй. Давай, захватывай все же. Ну, 50% уже. Ай. Дайте ульту хотя бы что. Я их пора разваливаю. Не, почти. Двенадцать процентов осталось. Долго. Шесть, пять, четыре, три, два, один, ну. Ну, красавцы. Пошел он отсюда. И... Ура, герой в маске. Раздробленная тоже, душа. Да, выполнялся. Да. Выполнение части электризатора. Так. Побежденный. Уничтожать врагов, зачарованных из гранатомета, зачарованном лесу. С надетой маской фестиваля усопших. Налет. Ладно, ясно. Ну, поехали. Так, ладно. Нам куда-то надо спускаться вниз, вниз, вниз. Где там, куда там? Тут только. В рудники Дьявикс. Слуга Кейда-6, серьезно? Она и боеприпасы подменяет. Вау. Слышишь, чё, кого? Не бери боеприпасы, чувак. Поверьте, тебе не понравится. Так, я потерялся, у меня квест на тебе висит. Я не могу попасть. Там в пещеру надо поверху попасть. Классно, какая пещера. Вот эта пещера? Похоже. Это ведь она? По-моему, это не она. Тебе помочь? Да. Сейчас, простите, ребята, у нас тут просто... Да, я этот... Трудности с... прохождением. Ну, просто ты собрал чекпоинт, и из-за этого я не вижу, куда идти. Вот, сейчас на меня иди. Вот, все вижу. Не, и главное, пошел, погнал на щуке, вообще охреневший такой. На сперу. Ну, на щука с первым. Сука, с первым. Ты это, не спеши так, погоди, дай ты теперь. Поднимай патроны, тебе понравится. Знаешь, что мало уроненность. К тому же у меня все полное, вы что ее брать-то? Неважно. Вот, это расходник. Расходник-то, похоже, тоже взрывается. Нет.
Да, взрывается. А, ну расходники имеешь в виду материалы, да, материал взрывается. Нет, ты смотри, тут в начале кучки же, ты же можешь брать. Не видел, что ли? А, о, энграммки. Легендарк. Халявная легендарка. Да. Беги быстрее. В курсе, что она все рванет? Да, нормально. Все хорошо. А, нет, там большой тайминг. О, ну вот это настоящий. О, блин, спутная паутина уже есть. Слушай, а, Плутон, тут еще инграммки уже... есть. Не, вот это есть. Вот это, ну, ты чувака задний убил, ты в курсе? Че, не знаю, но убил 10 пучу. Тупик. Если хотим спуститься ниже, нужно пробить себе путь. Блин, а вот и нету. Ну, у кого как. Так, тогда до сверки. О, почти ульта. А, взорвать дверь. О. Ну-ка, почти погоди, взорвать. Погоди, дай, дай посмотреть хоть. Ну, ты берешь иди дарку и идешь взорвать дверь. Скидычно. Нормально. Ау. О, вот теперь босс. Хочет отомстить? Да, мы это заслужили. Вот тебе мои припасы. Давай, да, у меня свои есть. Я ее же боеприпасами подорвал. Вот она злая-то, наверное, да? Че, она сбежала? Да. Тогда боеприпасы. Черт. Не те боеприпасы. Смотри, что у меня есть. У меня щиточки такие прикольные. Ты видел, я ее этой колбанул. С дебаркой. О, мне еще осталось 5. Мне еще дали еще один лук. По-моему, этот призрак нам врет. По поводу? Ну, он говорит, что 3 есть, осталось 5. 3 есть, осталось 5. Где-то, короче, нас накалывают. Только где, непонятно. Угусь. Вот, короче, мне еще один лук дали. Я предлагаю сейчас быстро сгонять на дальнего чувака и потом оставить на самое сладенькое на следующую серию. Да, можно было бы и добить, наверное. Посмотрим, как там по времени получится. Да нет, ты же сам сказал 30 минут. Ну сколько там? Уже 23. Так заканчивай это, погнали следующую. Следующий будет 2:20. Тут, кстати, это мероприятие, чувак. О, классно. Подожди, мы, получается, за это сколько завалили? Ну, за 10 минут на каждого. То есть мы 2 завалили? Да. Ну все, идеально, следующий еще 2. А потом сюжет, все, идеально, давай, пили. Вот видите, что он делает, да? Видите, да? Зато сколько времени будет этот героик. А, подожди, я же уже выполнил. Да пофиг, я уже ушел. Какой... Заходи сюда. Какое счастье! Какая ладно. Радость! Новая далеко, у продавника. Ты слышишь? Вижу, вижу. У меня подарочек! Подарочек нет. Для тебя! Диалог, слышишь? Сундук? Не знаю, но он подрывник, я думаю, что там какая-нибудь хрень. А, ну там недалеко идти. Сюрприз!
Но он пытался меня этими ящерицами подорвать. Ящерицы? Ну, которые по земле бегут и типа взрываются. Ничего крутого, короче. Защищаться. Вот здесь вот две мрази. Ну, тут халявный, да? Ай. Безумный подрывник. Ну, понятно, что он бежит. Нет, нет, нет. Играй по правилам. Закрой глаза и считай. Нужно обезвредить осколочную мину. Или все здесь взорвется. Все. Ну, в принципе, нам пофиг, как бы, да, но по-хорошему. Ну, давай обезвреживаться. Ну, довольно шустро обезвреживается. На тебе. Ну я жив. Ну, 10 тысяч с лука, серьезно. 9 тысяч. Чуть много. Где я прячусь, уродливые глупые кабал знают, но не ты. Летим за кабалами. Красного легиона. Наверное, это и есть кабалы, о которых упоминал подрывник. Последуем за ними. Ладно. Спэрроу, наш ой, друг взорвался. Где-то. Да. О, ты видел, он их взорвал, да? Да, взрывается. Умудрюсь я залететь. Умудрился. О, тут сундук. Сундук легиона, нет! Убит. Потом соберем. Я упал. Нет, я соберу его сейчас. Нет, соберешь его потом. Я его собрал. Вот. Так, я не понял, куда вообще идти надо? Фига, тут бойня вообще. В пещеру, откуда мы вообще начинали. Да, я вижу. Иду потихонечку. В начало, я бы сказал. Зюх. Меня пытались убить со Спэрроу, чё, они охренели, что ли? Так, победить военных вождей? Так, эти тут вожди, да, где-то есть? Ну где, да? Ох-ох-ох-ох-ох. А, вот знаешь, вижу. Я думаю, я сделаю вот так. Чё? Да, детка. Вот чё? Это я понимаю веселье. А, это все. Она даже не дамажит ни хрена. В смысле? Она их ваншотает. Ну, хз. Ну, вон я ваншотнул вождя. Стражик погулять. А еще одна мина. А, опять разминировать. Еду. Еду в Магадан, да? Это увидим. Ну ладно, я жив. Че? Да, я чуть не упал. Ух, ни хрена, быстро взрывается. Так задумано? Потому что, видимо, их будет много, ладно. Вижу. Так, ты на С, я на Б. Безумно. Справишься? Да, иду. Безумный подрывник звучит как безумный этот... Шляпник. Нет, сейчас... Страж убит! Безумный игрок. Из этого. Не помню, как называется игра. Очень олдскульная. Там безумный игрок был. А ты в курсе, что прогресс сбрасывается, когда ты убираешь? Да, я заметил.
Но я не виноват. То есть ты как бы нам провафлялся сбор этой хрени обезвреживания. Да ладно, сейвай нам быстро. Нет, все, мы не сможем. А там время есть рили? Да. 58. То есть там можно просрать как бы, да, понимаешь? Мина С обезврежена. Неуязвимо. Рыцарь безумного противника. Я безумный игрок. Так. И где он? И где он? Воу! Он в лесу? Серьезно? В каком смысле? Ну, там надо было телепортнуться. А, вот вижу. Видел? Видишь? Да-да, телепортился. Красиво. Да. В каких-то пещерах вообще. Во-во, вот мы его уже нашли почти. Этот... Ограниченное награждение? Да. Игра началась. Черт, я не успел. Ну, если ты не успел. Ну, меня телепортируют теперь. Все. Ум. Ум. Ну, не извинись. Не, мне он нужен, а он где вообще сейчас? Выканул? А, я вам бомбы телепортирую, куда же? Лол, Сириус ли бомбу обезвредить сейчас? Еще и долго ты прикалываешься. Благо таймер не идет, когда мы на ней стоим. Да-да-да. Давай дадимся. Так, я, пожалуй, хотя... А, ладно, это ну. Не знаю, было бы в кого, да, то есть, единственное. Mm-hmm. Нормально. Я бы вот тебе помог. Сверхи поспевай там, кроме группы. Я с ним не играю! Не играю совсем! Очень скучно его убивать! Почему? Кейт просил и умолял! Пощади! Пощади меня, принц Ультрен! Ну пожалуйста, пощади! Как жаль! Эх, если бы только мы не видели Кассену, можно было бы ему поверить. Ну да. Короче, давай, ты теперь стой на бомбе. Не лень. У тебя есть ульта? У меня была ульта, я уже ультанул. Ну так и чё ты должен стоять? Стой, потому что кто-то должен. Если это буду не я, значит это будешь ты. А если я сойду, спросочница? Да. Мы проверим. Ну да, он потихонечку опускается. Ну, еще одна бомба. Ладненько. Стоим вдвоем. Ну ладно, все, находить ночью. Пшу! Пшу! Ну чё, должен же быть у нас какой-то кооперативчик. А чё, Дим, тебя не устраивало, когда мы по одному видите разве? Тем, что кому-то приходилось стоять, а кто-то бегал. Ну так, разделение обязанностей тоже клуб. Чё, рипнул? А, нет, ладно. Псю. Не, он пытался меня рипнуть. Добей его. Псю. Я ему просто, понимаешь, я убил его этим. Ну, с одного вот так вот удара. С кулака? Нужно уходить, скорее. А давай останемся. Что-то не понравилось. Взрели бомбу? Вау. У тебя там что, веселее? Подожди. Все взрывается. Угу. Ну, то все триггеры посактируешь до меня. Как
какую-то бомбу нужно обезвредить. Видимо, вон ту, которая 51 секунда. Ты зачем? Не знаю. Все, у меня последняя часть подкласса активирована. Убийца. Убийца. Только что-то долго, по-моему. Так, ну будет. Уже скоро, кстати, я думаю. Горение. Че, опять нас поджигает? Не за что? А, нет. Не важно, что сказал подрывник. Ты не убийца. Стражи, защитники света. Да. Мы просто должны помнить, что делаем это ради Кейда. Ну точно. А до этого мы ради кого это все делали? Обезвредить защитников Криопапсулы. Опять? Серьезно? Да, забей. Го, короче. Последний. На ласт. Мы как раз рядом. Даже ТП-шиться не придется. Джеронимо Йети. О, тут, кстати, какой-то крутой чувак. Я его прямо убил ваншотом. Где там гост? Ну давай. Ты вот сюда возьми. Вот этот сундучок, я же просто так, чтобы убивали. Этого прислужника опустошили. Нет, растерзали. Весельник. На нем нацарапано имя. Рексис Ван. Весельник. У меня есть ниточка к нему. Летим. Я прям по самым опасным дорогам пролетел. Да сядь ты. Так. Ты где? Еду. Я тут по чуть-чуть их убиваю, но открывать не буду. Это один из прислужников паука. Возможно, он нам поможет, если мы освободим его. А, тебя. Угу. Логично, да? Ну давай спожать. Они типа сидят как... А, это такой? Освобождайся. Ну, я освободил своего. Вот и висельника. Служебный романчик пришел. Зачем вот оно? Прислужники священны для падших. Они производят эфир, который требуется падшим для жизни. Странно, что презренные, которые когда-то были падшими, стали нападать на прислужников. Наш убит! Не так кнопка. Че это было? Да, я не только подождал, прилетело вертикально. Ну и что, ты меня не рез? Думаешь, что нет? У меня совсем небольшие трудности. Что? Серьезно? Я на выжал потратился. Ну и на этот раз я думаю, что там нет дырки. Это все лаги. Да, все дальше. Да. Все, у тебя нормально, поехали. Он чуть в меня не врезался, кстати. А, он не врезался, чуть не выкинул. Загрузка, кайф. Я добежал, короче, до следующего, но пока освобождать его не буду. Дожду тебя. Да, освобождай еще. Я позволяю тебе его освободить. Это очень сложно, но ты постарайся. Ну ладно, я тебе помогу. Можно правильно типа квест открыть? Ну, пусть они отражают волны, нам награды зачислят. Звоночь, что мы освобождаем прислужника, а прислужники, может, могут
с этим, с квестом. Угу. Ой, они босс призвали уже. Может, запороть ему героек? Все равно мы героев не успеем сделать. Почему? Ну, вряд ли мы будем оставаться. А, тут параллельно идет босс-файт, типа. Да-да-да. Веселик. Удобно. А, да? Ну, короче, ты висельник и молчи. Он отправляется в трущобы. Все, нашел. Все, да. Я просто могу им запороть так, как бы, ну, в принципе, здорово. Ну, если они хотят сделать героя, то пусть сделают. Ну, давай сделаем. Нет, если они хотят. Мы не хотим. Если они сейчас начнут выполнять героек, нет, ты не делай героек. Если они начнут, тогда делай. Если не начнут, то забить. Пока что герой делал только ты, поэтому можешь забить. Убей его. Какой-то у него хитбокс головы большой. Ну ладно. Ничего, там полгода просто потом еще освобождать. Ну, короче, они это... Тут не страдают. Надо было его убить просто. Ну, они его убили. А можно было получить за него плюшки? Ты и так получил плюшки, а сами. Я думаю, я упаду, да? Не, да, не дают. Я долетел. Не упал, ни хрена себе. Понял, да? Угу. А ты в прошлый раз, по-моему, не долетел, да? Не здесь, по-моему. Ну, все равно не долетел, ладно. Разница где? О, тут этот висельник или не висельник? Нет. Разыскать висельника. А кто это тогда? Дух. Дух? Навали духа. А, тут еще один дух. Вот там этих духов. Что душе угодно. Заметь, смотри, мы сейчас в другую сторону идем. Бедный. Видел беднягу, да? Нет. Ну вон, смотри, смотри. Иди сюда. Это тоже бедняга, типа. Нет? Но тот бедняж не бедняга. О, ну это this is. The end. Жух. Красота. Мне 2 инграммы выпало. Вау. У меня одна синенькая. Мне фиолетенькая. Просто красота. О! Вообще босса. Здорово. А у меня все еще ульта. Может, сейчас неизвестным станет. Скрин. Треть-то мы ему сняли. Так, ну что он будет делать? Подрывать? А, подожди, нет. Весить наш. Давай, весь наш. Наш весь. Я ему по заднице бомбы надавал. Минус патроны. Не знаю, что-то он как-то не очень такой. Да, я думал, что-то... это будет что-то эпик. Эпик. Так себе пока. Ничего не делает. Вообще ничего, да. Дал бы нам виселиц. Псю. Ой, грамки 2, нихрена себе. И не взрываются еще. Фу. Ну, маска, правда, мне не нужна, к чертям. Но нормально. А, я патрон уже нет. Всю. Хорош. Изи-пизи. Че там вернуться? Кому-то? Освободить прислужник? А, еще освободить прислужник. Не заслужили. Тихо. Причинять боль. Уходим отсюда, страж.
Я даже боюсь представить, что он сделал с Кейдом. 6 имен вычеркнуты из списка. Еще 2, а затем Ульдран. 5 есть. Еще. Иди. А, 5 есть, еще 3, да этот говорит, 6 имен вычеркнуты. Кому из них верить? Да-да-да. Ладно, я не знаю, короче, кому из них верить, но на сегодня это закончено. Ты ведь поделил? Всем пока! Пока.